Здравствуйте, друзья мои, с вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня мы продолжаем сражаться с обыкновенными дробями. Вот посмотрите, какой пример. Видите? Вот такая штука, когда здесь большое число в начале, а потом прилепились обыкновенные дроби, это называется смешанные дроби. И нам с вами надо с ними как-то научиться работать. Давайте начнем. На действие сначала мы расставим. Конечно, первое в скобках. Второе, что осталось? Выписываем, ребят, первое действие. Неудобно нам будет так работать, ребята. Есть приемчик. Мы сейчас перевернем вот эти дроби в неправильные, как это делается. Большое число умножаем на низ, на знаменатель. 6 и 4, 24. А прибавляем вверх, то есть числитель. 24 плюс 1 будет 25. А внизу что было, то и осталось. Четверку сюда переносим. Здесь точно так же поступим. 2 умножим на низ, на знаменатель. 2 8 – 16. И прибавим 3. Получается 19. А внизу восьмерку поставим, как было. Вот мы получили две неправильные дроби. Нам с вами полегче стало. Но, ребят, не обольщайтесь и не думайте, что все так легко. Обязательно, когда вы складываете или же вычитаете, это тоже важно, обыкновенные дроби, вам надо на знаменатели смотреть, хорошо, если они одинаковые. Но у нас как раз не повезло, у нас они разные, нам придется искать общий. Как его искать, общий знаменатель, я в своем видео рассказывала, я сейчас повешу вам подсказочку. Но я точно утверждаю, что это восьмерка будет общий знаменатель. Потому что в восьмерке сидит две четверки. Вот смело сюда напишем 2. И в восьмерке сидит одна восьмерка, поэтому сюда 1. Пишем длинную палочку, под ней сразу восьмерку ставим. Теперь умножаем 25 на 2. 50. И прибавляем 19 умноженное на 1. Ну, это просто 19 напишем. 50 плюс 19 будет, конечно же, 69. А внизу восьмерка. Зайки, поехали. Второе действие. Смотрите, одна дробь смешанная, некрасивая, а другая вполне приличная. Нам нужно вот с ней поработать. Давайте так же сделаем, как мы вот здесь вот делали. Давайте 15 умножаем на знаменатель. Получается 30, а прибавляем числитель. Получилось 31. Внизу двоечка, как и была. И дописываем. Смотрите, опять равно это ваша остановка. Вы должны проанализировать, что произошло у вас здесь. Раз вычитание или же сложение, как здесь, нам надо искать общий знаменатель. И хорошо было бы, чтобы у нас знаменатели одинаковые были. Снова не повезло, ребят. Так составлен пример специально, чтобы вам было нелегко. Ищем общее между двойкой и восьмеркой. Это опять восьмерка. Потому что в восьмерке сидит одна восьмерка. И в восьмерке сидит 4 двойки. Все удобно. Домножаем сюда на 4, а сюда на 1. Здесь сразу пишем равно и длинную палочку. Под ней, чтобы не забыть, сразу восьмерочку ставим. Поехали. 31 на 4. Можно, конечно, в столбик перемножить. А давайте, может быть, попробуем устно. 30 я умножу на 4, будет 120. А 1 на 4 будет 4. 120 и 4... Конечно, 124. Видите, умножили без всякого столбика. Минус, как и было, 69. Равно. Ребят, кому трудно, давайте в столбик. Поехали, друзья. Из 4 9 вычитать не можем. Занимаем единичку у двойки. Получается 14. 14 минус 9 будет 5. Из единички 6 не можем. Занимаем вот отсюда единичку. Из 11 6, пожалуйста, 5. А все закончилось. 55 ответ. Наверху 55, а внизу 8. Опять равно это ваша остановка. Вы обязаны посмотреть, что можно сделать с обыкновенной дробью. В принципе, это правильный ответ, но он, ребятушки, не полный. Видите, насколько числитель больше, чем знаменатель? Не любят математики этого. Они хотят, чтобы здесь было меньше, а тут больше. Поэтому нам с вами нужно разобраться. Такая процедура называется извлечение целой части. Мы сейчас будем делать как вот это вот, только наоборот, покажу. Это палочка, это всегда, ребята, деление. Помните это вам поможет. Давайте поделим 55 на 8. Сколько полных восьмерок сидит в 55-ке? 6 сидит. 6 и 8, 48. Вычитаем из 15 8, получается 7. А дальше мы не будем делить, нам и нужен был этот остаток. Напишем. Теперь
То, что получилось при делении, сколько полных восьмерок сидело в 55-ке? 6. Шестерку большим числом нарисуем. Остаток побежит жить в числитель. А в знаменателе, друзья, как была восьмерка, вот она, так и будет 8. Вот ответ, перепишем вон туда. 6,7. Мы молодцы. А с вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. Ребята, пожалуйста, трудные темы есть, обязательно пишите. Все расскажу, все видео выложу. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мне очень приятно это будет. И это очень сильно поможет развитию моего канала. А вам ни пуха, ни пера и удачи на экзаменах, ребята.